«Энигма» – фильм совместной вытворчести Великой Британии, США, Немеччины и Нидерланду. Зняв его в 2001 году режиссер Майкл Эптит поводле одноименного романа Роберта Харриса. Сценар написал ведомый британский драматург чешского походження сэр Том Стоппард, который так само ведомый в свете своей политической и правооборонной активностью. Между іншим, он поддерживает белорусский свободный театр, который работает в Лондоне, а так само подпольно показывает свои спектакли в Менску. У центральной роли Тома Джерики знявся шотландский актер Скотт Дугрей, а роль Клэр выполнила британская зорка театру и кино Кейт Уинслет, уладальница трех премий Бафта, четырех премий Золотых глобус, премии Эмми. Она 7 разов номиновалась на Оскар в том лику и за выполнение роли Роуз у фильме «Катастрофе Титаник». Гостем киноклубу сегодня знаний польский журналист, популяризатор истории, автор шматликих исторических книг, так само автор культовой теле- и радиопрограммы «Сенсации 20-го стагоддзя» Богуслав Волошанский. Вітаю вас. Чей добрый панство. Мы сегодня будем говорить про один из эпизодов Другой сусветной войны. А чи можем начать от сучасности? А чи могли бы мы начать от сучасности? Я бы хотел выкористать нагоду и передать привітання спадару, якого я встретил на сцене театра «Рампа» в Варшаве. И он играл в спектакле «Пинская шляхта». Я чув, что это добрый спектакль, и пошел на него. Акторский склад я не проверял, и только после закончения я глянул, кто ж там так чудовно выконывал головную ролю. Гэта была вялікая нечаканасць. Гэта быў беларус, які гаварыў па-польску. Ён размаўляў цудоўна, немагчыма было ў яго мове дашукацца непольскага гучання. Сардэчнае прывітанне спадару Манаеву. Спадзяюся, што ён будзе часцей наведваць Польшчу. Также сардэчнае поздравлення для пана Манаева. Мам надзея, што частей бенде в Польше бывал. Давайте вернемся зараз до «Энигмы». Фильм носит назову так само, как и называлась немецкая шифровальная машинка у часы Другой сусветной войны. Что это за машинка и насколько это все правдиво вокруг яе? То есть кий вбитый в сердце Польши. Это кол, убитый у сердца Польши. Было столько фильмов, информации, книг, которые отмовляли польским криптологам право удзелу у этой великой идеи. Права удзелу в великим предприятии. Я сустракался с такими оценками, что, мовляв, поляки знайшли машинку в вересні 1939 года и выслали ее ангельцам. Але это полное глупство. Правда была совсем іншая. Гэтую машинку, у якой выходячи шифр немагчыма было зламать, распрацавалі поляки. Яны працавалі над гэтым 10 гадоў. Яны зламалі немецкі шифр «Энігмы», а ангельцы не хацелі ў гэта верыць до самага конца. С великими сумневами до этого подходили французы, хотя яны больше шчыльно супрацоўничали с поляками. Зламанне шифру – это был первый крок. Потом треба было створить великую группу, якая працавала над гэтым постоянно. Тен сталу працу уж проводил. Але то был... Это была перемога, сравнимая с перемогой у другой сусветной войне. Калі б не это открытие польских криптологов, то война протягивалась бы дольше. И, магчыма, не скончилась перемогой хаурусников. Не закончилась с бичанством альянтов. Звичайно, мы, как бы разумели, уже есть такой стереотип войны, что в войнах перемагают ці великие войски, ці великие полководцы. А в данном выпадку вы говорите, что лечь не изменила ходу войны вот эта машина. Чи не сам речь, вот это может быть вырашальным, скажем, у войне? Есть много прикладов. В який способ отчитание немецких депеш... Есть шмат прикладов, коли расшифровка польских депеш причинилась до великих перемог.
Паўночная Афрыка, дзе варашыўся лёс вайны ў гэтай частцы свету, дзе ўсё залежала ад таго, ці Афрыка Корпс атрымае пастаўкі. Ім пачало не хапаць боепрыпасаў, танкаў і паліва. Мусаліні высылае з Італіі ў Афрыку 5 караблёў. Калі б гэтыя караблі даплылі, то Афрыка Корпс і фельдмаршал Ромель атрымалі б новую сілу. Але хаўруснікі, ангельцы, расшифровали за них мы, что эти корабли выплыли и плывут у Табрук. И этого хапило. Четыре из них были затоплены у Межземным море, а пятый в районе уже у порте у Табруку. Ромель не отримал подмоги, не отримал новую силу. И это был вырашальный момент во всей войне за Полночную Африку. Наступный приклад – война за Атлантику. Немецкие подводки были затоплены только тому, что британцы за них мы доведаліся, где у боты находятся у дадзены момент. Калі выплываюць і калі вяртаюцца. І дзякуючы гэтаму яны маглі выйграць стратэгічную і вырашальную вайну за Атлантыку. Гэтую нашу праграму, нашу з вами размову глядзяць перад усім у Беларусі людзі, якія выхаваныя на советским, скажем так, погляде на историю. Мовляв, выключными подеями в часе Другой Сусветной войны была Сталинградская битва, битва за Москву и так далее. А вот этот эпизод, про который рассказывается в этом фильме, он на самом деле был вельми истотным и важным для хода войны. Я не мам зазвы британцам, что они так промуют осягненні своих криптологов. Я не крыўджуся на британцев, что они так высоко оценивают досягненні своих криптологов под час Другой Сусветной войны. У Блетчли Парк было зроблено вельми шмат. Тое, что Советский Союз, россияцы так дбают про просовывание своего укладу перемогу в войне, это зрозумело. Я шкадую, что Польша не кажет так шмат про досягненні наших криптологов, что люди на свете все еще перекананы, что поспех у расшифровцы Энигмы – это британский поспех, а про поляков мало ведомо. А о поляках властиве еще не ве. Але у гэтым фільме поляки, Польша, польская история присутничают. Присутничают довольно істотно. Я хотел бы перед усім задать вам такое вот питание в этом связку. Зрозумело, что тяжко говорить про историю, а что было б, калі б. И тем не меньше, у гэтым фільме говорится и про разные политические интриги вокруг расстрелу польских офицеров у Катыни. Чи на самом деле, с вашего погляду, могла бы измениться хода войны, коли бы была ведомая правда про Катынь? Не могла быть знана. То есть, очевидно, что завше с историей... Яна не могла быть ведомая. Это видовочно, что до истории заусёды долучается политика. Правда про Катынское злочинство была вельми шкодная заходним союзникам, а не Рузвельту, а не Черчиллю, и она не была на руку. Бо гэта могло пошкодить союзу, який был подчас Другой Сусветной войны. Дзіўнаму союзу помеж демократами и з іншого боку с таким кривавым диктатором, як Сталин. Не было магчымасці, каб правда про гэтае страшное злачынство побачила свет. Гэта удалося толькі праз шмат гадоў у сувязі з тым, што і ў Польшчы пра гэта нельга было размаўляць. Рўнеш на гэты тэмат не можна было мовіць. Толькі пасля 1990 года Катынь і катынскае злачынства сталі вядомыя масам. Які яшчэ сенсацыі Другой Сусветнай вайны варты разгляду ў кіно, мастацтве, літаратуры сёння, якія невядомыя, якія, можа, вы адкрылі? Я прызнаўся, што... Не, не адкрыў. Не, прызнаюся, што сам я нічога не адкрыў. Я, як вы слушна сказалі, папулярызую гісторыю. Бітва пад Камаровам. Наша кавалерыя, дакладні адна яе дывізія, стала насупраць усёй арміі, чатыром дивізіям Будзёнага. І там, пад Камаровам, палякі выйгралі.
Забытая битва, якую треба пригадывать и показывать. Великая перемога, без якой не было б перемоги у польско-большевицкой войне. Бо апрача перемоги над Тухачевским под Варшавой, заставался еще Будзьоны. Это была велизарная армия, якая из усходу ішла на Люблін и потом на Варшаву. Так само справа закончения Другой Світової войны, коли эсэсовцы, злочинцы, утекают из оккупованных краин. Это справа вельми таємничай организации Одесса. Она была настолько таємничай, что историки думали, что ее увогуле не існавала. Говорка про организацию допомоги былым эсэсовцам. Сегодня мы ведаем, и это уже доказано историками, что такая организация была створена и існавала. Чем больше часу проходит от подеи, тем больше история открывает ранее неведомого. Я думаю, что перед нами еще шмат открытий и подчас военной, и истории, и подчас военной истории, и после военной. А прикладно, какие вы могли бы сказать, какие моменты вельми еще темные у истории? Найперш, это лёс найгорших гитлеровских злачынцаў, таких как Ханс Камлер, человек, отказны за будаўніцтва концентрационных лагеров, который отказывал за створение новой ракетной зброи, новых типов зброи. После войны он нечакано зникает. Что с ним сталося? Он загинул, альбо спокойно себе после войны жил у Аргентине. И таких справов есть вельми шмат. Справа Райнхарда Гелена. Кіраўніка выведкі армії «Усход» на Усходнім фронті, дагэтуль не выявленая. Пасля войны американская выведка взяла его на працу, и менавіта ён збудаваў немецкую выведку. Мы бачили с вами уже у кинематографе, у театра, у литературы самые разные трактовки войны. Мы бачили войну батальную, мы бачили войну экзистенцийную, окопную. Гэтым разом мы будем глядеть войну шпионскую, так бы мовить. Якая вам война наиближайшая и якой войны еще не было в кино? Якую варто было б сегодня показать? Я думаю, что только в последних годах появляется на экране... Я думаю, что опошним часом на экране является, альбо ставится на это больше натиск, показывается картина войны с перспективы простого человека. Война солдат, офицеров и шпионов завсёды вельми цікавая, але недзе у гэтых страшных часах войны згубился простый, звычайный человек, який тады был безоборонный перед обличьем войны. И допіро зараз починаємо входить на тен... Только теперь мы начинаем размовлять про польско-габрейскую историю, говорить про утекачоў, показывать женщин, яких сгвалцили солдаты Червоной армии у Берлине. Кобіти, гвалцоне през червонармістів в Берліні. Гэты напрамак умацаваўся зусім недавно и вельми добра, бо у выніку усё зводится до лёсу простого человека. В результате все спровадзаўся до того... До того звичайного человека. Дякую велике за разговор. И хочу на завершение как бы сделать такую выснову из нашей разговоры, что тема войны все же без конца, и каждое новое поколение будет ее раскрывать по-своему, потому что перед всем эта война несет той трагизм, який человека робит ці горшим, ці лепшим. И та война так страшна. Эта война так страшно изменила наши страны. Это так само Беларусь, как и Польшу. И она так шмат забрала из нашей культуры, и из белорусской, и из польской, и так само из экономики. И она так моцно знищила наши земли, что она еще долго будет жить у свядомости, навод моего поколения, якое этой войны не бачила. Дякую еще раз за разговор и хочу только сказать глядачам, что у часе прогляду фильма «Энигма» вам не доведется запалить папиросу, пойти попить пиво, потому что тут треба весь час сочить за детективным шпионским сюжетом. И этим разом мы будем глядеть на войну в очима британцев.